Вера, вызовите-ка мне, пожалуйста, самую светлую голову нашей с вами современности. Как? Лилию Валеевну, разумеется. За столько лет ты не знаешь все мои хорошие качества. Я тебе еще раз повторяю, что я самая красивая, умная, добрая, очаровательная и вообще самая суперская женщина. Какие у нас дела? Покушали? Буду лежать. Покушали? Буду лежать. Лежать буду, что? Покушали? Шоколадные, такие, клубничные, низкокалорийные и очень красивые. Кушать готовлю. Покушали? Лежать. И устала я уже. Что не будем делать? Это глупые вопросы задавать умной маме. Ты умной женщине замечаний не делай. Я буду сейчас мутухаться. Нафиг надо? Ну, пошла нахрен. А что, совсем что ку-ку? Буду лежать. Что не будем делать? Ну все дела, а что ж, какие дела ты еще? Ну все мы так живем, что делать-то нам? Какие дела? Я выгляжу, как всегда, супер-супер отлично. Сегодня ездили в магазин, я накрасилась, одела шубу, сапоги. И вообще красавец писанный. Красавец писанный. Умер! Что тебя не слышно? Умер! Носки не палит! Я тебя люблю! Я вот хотела спросить, а в школе нормально все? Все понятно. Кто тебе там подсказывает? Ты моя любимая, а бабуля... Сейчас бабуля заплачет. Бабуля, я тебя люблю. Приятель. Сейчас бабуля заплачет. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Ведите себя хорошо, не скучайте. За ваше здоровье, дорогие мои. За вас. Всего вам доброго, хорошего.